Иркутяне его ждали, боялись, что отменят, и как радовались тому, что он все-таки пройдет в нашем областном центре. Это все о карнавале в честь Дня города. В субботу он отгремел на улицах Иркутска. Как это было, покажем прямо сейчас. В некотором царстве, в иркутском государстве, на улицу люд ряженый вышел. Направо посмотришь – существа сказочные, налево – горожане современные. И все наперебой наш град сибирский с праздником поздравить хотят. А не могли бы стихотворение какое-нибудь экспромтом в колонне? Не сегодня. Сейчас у меня хорошее настроение, мне не до поэзии. Поэты, короли и звери. Одну из колонн возглавлял даже богатырь заморский. Ну как вам, скажите, на себе же тянете, так сказать, мир и спокойствие Иркутска? Иркутск защищен! Для спокойствия и защиты горожан из пучины больниц вышли 33 лекаря разнообразных. Вместо рецептов и пилюль наградили они зрителей танцами задорными. Иркутская медицина готова дарить здоровье нашим горожанам? Готова! И не только готова, она всегда готова! Готовились к карнавалу многие больше месяца. Такие, как, например, цыгане. Собрал их на улице барон иркутский. Гадали же, наверное, сколько Иркутску еще жить и процветать? Бесконечно! Ни конца, ни края колоннам не было видно. Почти на 2 часа улица стала главой из сказки. И даже спортсмены иркутские воспользовались моментом и обещали подарить болельщикам победы. Обязательно подарим. Мы только нацелены на высокие результаты. Но больше всего жюри знатное впечатлила пожарная колонна. В конкурсе на самую необычную группу победили именно они. Но даже во время праздника огнеборцы были начеку. Будет ли Иркутск гореть или он защищен? Нет, Иркутск защищен. Мы спасем город от огня. Так что все можете быть защищены. И я там был, и видел карнавал. И судя по улыбкам горожан, которым даже дождь настроение не испортил, всем пришлась по душе добрая иркутская сказка. Евгений Шоев, Сергей Полянский. Новости по будням.